Всем привет, добро пожаловать на канал, я Жанка Англичанка, и сегодня мы с вами прогуляемся немножечко по городу Мельбурн. Всего немножко, потому что мы всего здесь пару дней, и, конечно же, основное время я хотела здесь провести, это прогуляться по городу и немножко пошопиться. Поэтому покажу вам все то, что успею увидеть, заснять, посмотреть. А сейчас я иду по улице, как раз где мы остановились, известная улица с ресторанами, такой небольшой итальянский квартал. А отсюда где-то должно быть примерно 15-20 минут до центра. То есть я иду так в центр, в сторону центра, набережной. Посмотрим, что мы там интересного найдем и увидим. Thank you.
Thank you.
друзья, надеюсь, вам понравился Мельбурн, так же, как мне. Очень симпатичный городок, но, по моему мнению, особенно район набережной, было очень красиво, туда не хотелось уходить. Ну что ж, если вам понравилось, не забывайте подписываться, впереди еще много всего интересного. С вами была Жанна Кондрачёнка, всем пока-пока!